посмотрите сюда. Вот здесь пожарная сигнализация, и рядом висит знак «Вешалку на него не вешать». Не знаю, для какого, чтобы никого не обидеть, не будем говорить, для какого народа это придумали. Ну вот посмотрите, на какой он высоте находится. Этот крючок, где пожарная сигнализация, да, и какого роста, или это надо обычному человеку залазить на кровать, вот, или быть очень высоким. Такой же знак висит, но прямо на потолке, то есть, понимаете? Это какая должна быть фантазия или у архитектора, или у дизайнера, или может у китайцев, что они повесили такие предупреждающие знаки. Может, они надеялись, что это самое, на русских именно туристов, что те могут все. И поэтому такое повесили раньше, чтобы не поотрывали пожарную сигнализацию. Ima, ima. Ma nisam ih vidjela. I ih je ove